тут есть, кстати, баскетбольные площадки. Смотри, резина или чем покрыта? А вот эта школа, Наташ, здесь с какого возраста? Middle school, это примерно с 9, по-моему, до 15-14. Вот эта вот школа. О, как расстроилась. Я была там... Well, are they building up on middle school? Я была меньше. Она расстраивается сейчас вот что-то добавляют. Вау, вообще обалдеть. Это что там делают такое? Вот здесь вот по вечерам часы горели, когда я гуляла, да? Это частные дома, да, вроде? Ну тут частные. О, тоже переделывают, смотрите. Тут много средних школ. Ну это старые. Или три. Вот это старые дома вот здесь вот еще, да? Да, сейчас. Ну вот начинается вроде бы как новенькое. О, смотрите, какие дома. Вот это вот сдается все. Вот эти дома слева? Да, все это сдается. И эти апартменты стоят что-то тысячу чем-то в месяц. Ну, у Натахи надо спросить точно. Ну, примерно 1300 стоит. Ну, это два этажа. Ну, там всего-то 3 или 4 комнаты. Они очень маленькие. А вот это все уже частное. О, семья играет. Четверо детей, что ли? Ну, может, друзья пришли. Короче, воскресенье такой теплый день. Чтобы не поиграть, у всех лужайки подстрижены. Он велосипедист. Велосипедист. Чем люди здесь занимаются, что так хорошо это, зарабатывают? Они же на все это заработали. Работают. Все работают. Все оплачивается. Поэтому дома никогда никого нет и на улицах никого нет. Время берегут. Все работают. Крыши рубероидные. Все крыши рубероидные. Я нигде не видел ни шиферной, ни металлической. This house here. What? So he defaulted on his business loan, and now he's defaulted. He's trying to sell his house. У него пицца ренч, да? Да, была пицца ренч. What does that mean, interest only payment? What? They only paid the interest on their loan. They never paid any principal. Oh, короче, он дом построил и на своем, за свою ипотеку они только платили за проценты. Ну, они, наверное, хотели шикарнейший дом. В смысле, много денег истратили? Не хватало. Да, не хватало даже на ипотеку, чтобы платить за... То есть он никогда свой дом не имел. Ну, как будто он его снимал. И сейчас до сих пор так. Right, they're out of money. So she started working at Walmart. She's working at Walmart? Yeah, to provide health insurance for her family. Это богатый район, да? Да. Ну, это не то, чтобы богатый, ну... But he was a piece of shit. He got what he deserved. Не, у нас бы, если богатый дом... Крыша была бы металлическая, переведи. My dad is just saying that the roofs are made out of, what are they made out of again? Shingles. Shingles. He said that if it was a rich house, it would have been made out of metal. No, no one wants metal roofs. Никто не хочет, дети. Хотя я не вижу разницы большой. Металлические крыши, why not? Huh? Why not? Why nobody what wants for? It makes noise when it rains, then. Ну, говорит, дождь идет. И стучит. That's a pharmacist that lives in this one. Чё там не стучит? Ну, фермер живет. Вот об этом доме. Это как сделают, у нас же не стучит. Ну, мы не всех знаем, мы так некоторых знаем, но... Не все дома знаем, кто это. Меня Джаред здесь возил однажды. Зимой особенно здесь украшают красиво. Рельеф такой с перепадами, там озерца. А вот это вот, это... Какая тоже школа средняя. Intermediate — это между средней школой и elementary. То есть какая-то она на два класса всего рассчитана. Ты представь, на два класса, посмотри, какая. На два возраста, там 8 или 9 лет рассчитана. Огромнейшие здания. Это школа на два класса? Ну, на два, на, ну, в смысле, на... 8-9 лет. 8-9 лет. Город маленький, 20-тысячный. Какие школы огромные? И сколько здесь школ всего? How many schools are in Brookings? А, я смотрела один раз. 12 школ в Брукинсе. Всего в полной сложности, общей сложности 12 штук. А я в Алтайке. Одна high school. Сейчас high school, это что? High school — это школа для постарше. Ни у кого такой отмостки нет, как у вас будет. А, ну, супер. Я сзади. Очень счастлива. Вау, смотри, какой орел, и там цветы. Обалдеть. Ничего себе, как газ бежит.
быстро-быстро. Где? Ну, уже пробежался, гайс. Это вот дом на 3 гаража. А это тоже дом частный вот этот? Вот этот вот кирпичный? Нет, нет, это скорее всего это что-то дом есть. Дом престарелых, по-моему. Вот это тоже, да? Дом да. престарелых. Обалдеть. Вряд ли это чей-то дом. Ну, это такие здания обычно, это что-то вот на скейтах, да? Это, ой, это как называется вот это? Они как-то едут, типа... Электрические. Я не знаю, как они называются. Боже мой. Ну, недорогущие так-то. Ну, сейчас разные цены на них. И подешевле есть. Ну, что, хороший баланс надо делать. Какой баланс? Там она сама балансирует. Ничего она не балансирует. Ну, там как? Же надо балансировать. Как? Ничего не надо балансировать, она сама... Девчонки такие прикольные. О, впереди, которая смешна. Смотрите, какие... Ой, боже, ты еще... Вот иногда бывает, проходишь гараж... кого-то открыт, мама дорогая, там чё только ну, нет. Ну, этот еще вроде прибранный был. Прибранный, но только у него там уделанный, ты видела? Весь разукрашенный. Это дорогой район, да, дочь? Ну, не то чтобы сказать дорогой, я даже не знаю, как сказать. Мами? Что, Алекс? Средний, наверное. We have those things back there. Okay. Ну, у нас была возможность в таком месте дом купить, но мы вот посчитали, что нам важнее, как это сказать? Спокойствие? Нет, размер дома. Тут меньше бы мы купили за деньги. О, это вот трейлер. Вот здесь вот дешевый. Трейлеры. Вау, вот это вот классно. Это кайф. Здесь я в своей стихии. Смотрите, сколько нарядов. Это хоть и трейлер. These roofs are made of metal, most of them. А у вот этих сделаны в основном icy shingles. One of them, that's metal. That's metal. Металлические крыши. Ну, и тем не менее, возле каждого... А, если... Бедные, то металлические. Мама, я сколько здесь стоит дом, например, трейлер? Сколько? Ну, 20-30 тысяч. 20-30 тысяч? Ну, это как раз по карману, если напрячься изо всех сил. И то, наверное, не хватит. О, ты что-то машина вся. Наш дом... Бывает и по 50, если хороший трейлер. Бывает, ну да, вот это да? Видно же, что это... Ну это совсем. Уже не ухоженный, ну, как ничего. Вот, знаешь, да. Не, ну покрасить, да, действительно можно. Или неохота ну, уже. Ну, всех зато газон подстрижен. Да, и газон у всех бассейн есть. Вау. Достопримечательность. Да, у вас то бассейна нет. Фу-фу-фу. Вот, смотри, какой гараж. Без ворот, без ничего. Просто... А что, он, кстати, неплохой гараж. У него машина не гниет. Да, вот кстати, в этом гараже. Это сырая машина. Да. В гараже, что ли? Ну а что, нормальные места? Спасибо, Джаред, я никогда тут не ездила, он не прокатывал меня здесь. He never took my mom to one of these places, she said. Thank you. Ну здесь же канализация есть, все есть? Смотри, какие да, конечно, стучки. Все есть. Вода, канализация, ну а что выпендриваться? Зато есть где жить Мами! Людям. Смотрите. Мами! Ну это частные их. Да. Можно запустить, да? Вот, давно бы уже опустили. Классно. Ну, конечно, тут машины немножко... Нет. Да, более раритетные. Ну, вот, особенно модная, вот этого. Смотри, смотри какая модная. Вау. Вау. Вау, Алекс. Вау. Вау. Смотрите, их сюда привезли, когда-то поставили, и уже дерево выросло. А из чего они сделаны? Мне кажется, из разного. На матч. Из чего сделаны? Я у Джерди спрашиваю, из чего они ой, сделаны? Какая машина вот старенькая. Это, вон, вот это уже получше, ухоженный, да. Ухоженный, ухоженный тренер. Ну, они его отделали. Да. Вот видно же, что их привезли. Смотрите, у них впереди какие-то эти. 20 тысяч долларов, да? Вот, смотри. Так это значит, а мне кажется, здесь дешевле можно, можно найти, чем за 20. Ну, если тебе кажется, то пусть кажется. Я тебе говорю примерно, я же не знаю цены. Конкретно. Просто их не продают же особо часто. Живут, да, люди там все время? Да, в основном. Очень редко трейлеры продают. Ну, два, может быть. Ну, то есть... Ну, когда куда-то переезжают. Ну, слишком уж загажено, конечно. Да. А что, на них правила вообще не распространяются? Я имею в виду муниципалитет их. Чего чесай? О, вот это мебельный магазин. И вот это? Да. Нам надо сходить с тобой как-нибудь. Он, кстати, работает без меня.
Спасибо, Джанни. Спасибо, thank you, Джанни. Закрывай, и ты показываешь. Показывал, я отсюда буду показывать. Не, нормально, познавательно. Можно было с кем-нибудь поговорить бы еще там. Вообще классно было бы. Еще бы они в дом бы запустили такой. Ну, не говори, в туалет сходите. Птички дали бы. А что, давай на великах сгоняем. Тайквондо? Да, вот это тайквондо. Где, вот это? Какой-то амбар, да? Стоит. Туда Алекса возите? Ну, я возила, я сказала, что я пока не буду возить. Но времени нету. А это погрузчики продают, да? Вот это можно все в аренду брать. Да. Вау. Ну, если умеешь этим пользоваться. Не все же умеют. Вот сейчас мы поедем. Дочь, такой... куда-то сюда, я вон на английский ходила. И туда дальше. Аэропорт? Дальше там. Аэропорт. О, вот это классно, вот это я люблю тоже. Аэропорт. Сейчас покажем вам. Пап, там не слышно, когда... Я сказал, что покажем, а сам убрал. И не видно ничего. Сегодня прохладно на улице, кстати. Да. После 35. Сразу такой переход. Да. Сейчас, сегодня, наверное, градус 18. И сразу это... Надо заливать это в холоде. Ой, какой большой Брукинг. 20 тысяч, а не объедешь. Посмотри, вот сюда еще, здесь есть. Угу. Дома. Это на двоих хозяев, нет? Нет. Где? А вот этот дом, думал. Нет. Мне кажется, это апартменты. Ну, вот это апартменты сдают. Квартиры, да. Вот здесь вот, да. Вот здесь вот. Это только в одном здании можно купить квартиры. Здесь мало очень продают квартиры. Ну, то есть город так-то пригодный для жилья. Dentists and stuff like that. Врачи. О, а это что там? Стоматологи, то он косит травму. И сразу это высасывает, да, ее? Да. А почему он ее не мельчит, как Джаред хочет? Ну, потому что ему хочется красивый газон. Да, он же будет яркий тогда. Well, that house is for sale. Вот здесь врачи живут, дом, да? Дом на продажу. Вот смотрите, как американские врачи живут. И всякие там дантисты, и еще кто там. Дом на продажу. Юристы. Это из кирпича, да? Или обложены кирпичи? Финансовые менеджеры. Это кирпич, по-моему. Джаред мне показывал, что это кирпич, да, такой. Это кирпич. Не, ну это кирпич, но он обложенный. Но он мне сказал, что это вообще кирпич. А вот там дальше не фасад кирпичный, а дальше нет. Мы подходили. Да, это так. Ну, декорация, да? I see. Давайте вам тоже обложим. Ну не в этот раз. И у вас будет крутой дом тоже кирпичный. Ну, фасад обложенный, а там дальше. Да. Так, для красоты. Ну, его красить уже не надо, правильно же? А там что за дом вот этот? Тут, наверное, барин все Брукингса живет. Да, прям там это же еще не самый. Самый крутой, да? Вот домик, смотрите, какой. Это еще старовитенький такой. Так зато он весь кирпичный. Да какой там весь? Ну, внутри, скорее всего, нет, конечно. Смотрите, двери стеклянные, все прозрачное, вот абсолютно. Ну хорошо, от кого прятаться? О, а там какой садик, туи там растут. Туи, вау, так и бассейн там, ну, там еще только есть. О, вот этот домик классный. Берем вот этот лорик. Да. Вот заверните. Заверните. My dad said, wrap it up, I'm taking the house. Упаковки нет, извините. Вау, вот это, посмотри, Ma, какой. What? This one's the guy that's going to prison. Этот мужик, это, в тюрьму его садят. He's a criminal. Ой, боже мой, жалко. Садят или посадили? Is he in prison already? Or yeah, I believe so. Он уже в тюрьме. Гангстер, да? Да он деньги отмывал. Ну, через сколько вернется, будет жить хорошо? He's a dummy, he's not a gangster. Через столько он никогда не вернется. А куда дом этот? Ну, продадут, наверное, банк продаст. Нет, нет, нет. It's a big one from the back. Вот и не нужен дом такой, да? У него, ему родители оставили 10 миллионов долларов наследства. Вау. Он всех просрал. И сейчас уже в тюрьму садится. Так садится или сел? Ну, сел, господи. Видимо, хорошо жил, еще хотел лучше жить. Обалдеть. Так дом-то какой, видали? Видали. Так за домом надо ухаживать, а за что таким. Что вот это написано? Timberline. Это район, да, называется? Twin Homes, да. Не, мне ваш район нравится все равно. Тут,
тут на два хозяина дом. Я вот смотрю на ты все. Ты слышишь, Юрик? Да, вот слышу. Вот эти дома на два хозяина. Я слышу. Бараки, что ли, как у нас? This is where people retire. Delivered a lot of old people. Много старых людей здесь живет, потому что за них косят траву, они тут платят дополнительные деньги. Housing Association Fee называется, HOA. И они им косят траву, ухаживают за домом, у них что-то сломалось, им приходят, чинят. В основном здесь, ну, старички живут, которые, у которых деньги есть. Ну, они богатые, в смысле. И рельеф интересный. Да, за попробую заплатить за все, да. Мами? Что? It's a beautiful candy. And that's where we go. Америка, Америка. Вот такая вот экскурсия у нас получилась. Может, кому-то и понравится, что по Брукинсу прокатиться. Конечно, на велосипеде получше, но столько не проедешь. That's about as big as I get. Yeah, that's... Все, говорит. Спасибо, Джаред. Thank you. And that's what it gets. What'd you say, Alex? Он старое авто восстанавливает, да? As big as it gets. Да, да. Вот, самый большой дом. And that one... Где самый большой? Какой дом красивый. Который в тюрьму сел? Да. Взять, просохатить такую красоту. И жизнь. Удобная. Ну что, всякое бывает. Мами, от тюрьмы от сумы не зарекаться. Мами, что, Алекс? What you want, snake? You should see how much that place is. I like that place. Which one? This one. What street is that? Какая разительная перемена с тех домов, знаете. Так все рядом. Юр, смотри, как Regency вода course. Сливается. Да, вижу. Обустроено все. Это уже окраина Бруклина? Ой, Брукинса. Да, это окраина. Видишь, хорошие эти кварталы или как? Да, места? Они на окраине. На окраине, чтобы не мешали им. Ну, конечно, чтобы это чтобы тихо было. Мне у вас нравится район, я поэтому и говорю. А мне нравится, что там студент это... Да, живо. You want to see another trailer park? There's one just right up here. Хотите еще в трейлерный парк съездить? Да. Yes, of course. Вот еще раз заехали мы. Трейлерный парк называется. Что здесь? Meadowsville. Ничего здесь, название парка. Meadowsville. Ну, живут люди. Как могут, живут. Беседка. Ну что, хотят тоже же хорошую жизнь. Ну, у некоторых контейнеры, смотрю, стоят эти. У всех стоят, я смотрю. Нет, не у всех. No. У некоторых нет. Вон у всех, я вижу, у каждого дома. Может быть, с другой стороны. Тут заставляют. Вон, мусорная реформа здесь давно прошла. Лет 100 назад. А там утащили, наверное, там пустое место. Утащили отсюда. Куда-то. Старенькие. Вон, видишь, вот контейнер, вот контейнер, везде контейнеры. Фанеры обшили, она вся разлазится вниз. Ну, ничего, живут. Контейнеры возле каждого дома, мусора нет. Может быть, дома не самые шикарные, но мусора здесь нет. О, тоже, наверное, бейсмент затопили. Ковер снизу. А тут, наверное, нет бейсмента, да? Кто хочет, наверное, копает. Ой, боже, а тут что? Смотри, сколько телевизоров, Юрий. Да, она ремонтирует, бросает туда. А мы же здесь были, по-моему. Да, я что-то проезжали, мы вот это окошко такое. Это тоже, это другой трейлерный парк. Другой, он так похож. А вот это входное окно. Да. Мами! Хай! Ну, они так, они депрессивно выглядят, хоть и в трейлерный парк. Ну, а что? Да их жизнь. 8.51, видите? Все, давайте. Бензин хорош тратит. А здесь заборы уже есть, я заметил. Ну, в одном, да? То есть беднее живут, заборы ставят. The works? I'm gonna take them to where I used to live. Вот здесь где-то? Ну да, где... When I was in college. Государство за них платит, которая часть дома.
за часть аренды, за часть ренты. Здесь уже хорошие пошли. Он говорит, деревянные вообще. Что это такое? Зачем дерево? Вот металлическая крыша. Кстати, посмотрите. В бедном районе. Это что, бедный дом это считается? У меня спокойно работает. Were you happy there? Yeah, so. Я говорю, ты счастлив был там? Говорит, да, я был счастлив там тоже. Металлические крыши. Не знаю, мне больше нравится. Мне без разницы, какая крыша. Лишь бы счастье в доме было. Нет. Не тепло, ничего, и не надо было ничего ремонтировать. Так с крышей-то... Вот, вот в этом должен был. I have 26, 5th household. In this first apartment, right? Вот, вот в этой, это его окно было. Вот это вот. Внизу? Да. А бейсмента там нет? Did you have a basement? No. Это был какой год, спроси. What year was it? 2004, maybe. 2004. В 2004 году. There's no trailer park here. А он на чем ездил в институт? На велике? What did you use to go to the university? Did you have a bike or two? Had a car. Не, машина была. Он же купил машину. Камору? Первую. Pontiac Grand Am. Pontiac какой-то. Pontiac. Mm-hmm. Oh, there's one for sale. What? Trailer? Вот это уже по интереснее. Это подороже, потому что, посмотрите, почище. Тут уже 50, 60, наверное. It's a double wide. Mommy, are we shopping here? Это вот этот вот трейлер продается? Да. Сейчас продается? Да, сейчас. Сколько стоит? Откуда я знаю? А как? Откуда узнали, что продают? У меня что, карта в голове? Ну, написано там, что стоит. Не, ну, цену не пишут, что ли? Звонишь им, да? Договариваешься. Звонишь, спрашиваешь. В интернете можно посмотреть? That's probably one of the nice. Я? На двоих, да? Looks nice. Да, самый симпатичный парк. Трейлер. That's what I told you. Nicer trailer. А, кстати. There one room like your kitchen and your bedroom. No, it's not in one room. Okay, don't. No, the apartments there. Okay. Вон великий стоит. Все было в одной комнате у него в тех апартаментах. И кухня, и living room. There's a nicer trailer park. Вот тоже тут симпатичный трейлерный парк. Ну, я на камеру хотела сказать. Говори. Я хотела сказать, здесь не ходят ни кошки, ни собаки по улицам. Да, кстати. Люди. Кстати, как я полицию не видел, так ни кошек, ни собак не видел. А вот это что здесь, поумирали люди, что ли? Здесь что? Нет, там они делают. А, мемориал, да? Памятники делают. Вот металлическая крыша тоже. Монумент написан. Сэндвич. Ну, не сэндвич, а это. Профнастил. Вот профнастил. А у них нет металла черепицы, как у нас. Да есть, поди. Ну, наверное, некрасиво металлом делать. Я посмотрела же, в дорогих домах нету такой крыши. Нет, металлочерепица, она совсем не такая. Нет, металлочерепица-то я видела. Я имею в виду, что вот такая некрасивая. I think this is one of the nice ones. Да ладно, что туда, одно и то же. Ну, это симпатичный, типа, трейлер. Mm-hmm. Мы, кстати, хотели тоже дуб. Я смотрела, там за 60 можно было, за 50 купить. Я говорю, почему нет? Мой муж ни в какую не хотел. Я, если честно, вот сейчас еду, я тоже не хочу здесь жить. Мы в кафе мороженое били, в киоске под мороженое. He said, yeah, I don't want to live here either. Ever. And the trailer park. Самолеты летают, блин. Ну это же киоски. Looks like a kiosk. Быстро словил. Да, ему лишь бы что-нибудь. Тут же, наверное, днем и ночью самолеты гудят, да? Смотрите, мебель вытянули кожаную. Ну, что-то не очень это сейчас. Что? Ну вот это, смотри, заасфальтированный весь парк. Кстати, здесь неплохо. Здесь пустое, наверное, продается. Вообще пусто. Там внутри было пусто. Угу. Help me. Смотрите. Help me.
Рука красная. Это Хэллоуин готовится. Вот все пострижено. Ну это более-менее еще такое. Ну все равно люди живут счастливо возле каждого трейлера. Здесь тоже пусто совсем. This is the nicest one. It's not the nicest one. In town. The other one was nicer. Некоторые, Юр, пустые стоят. Трейлеры? Угу. Разбитые окна или нет? Нет, просто пустые. А как ты увидела, что? Ну вообще пусто в окошке, ничего нет. Ни штор нету, ничего нету. Пусто вообще. Ну вот семья идет с трейлером, в парке живет. Что, плохая семья, что ли? Ну не знаю. Может, молодые. Может, алкоголики? А что, лишь если в трейлерном парке, то алкоголики, что ли? Я же сказал, может. Видно, что нормально. Ключевое слово может. А это что, сюда все выкладывают, что берите, что хотите? А это что такое вот это? Какое-то, это, ремонтное, да? Дочь, что папа спрашивает, что вот это? Ну, что-то ремонтирует. Graphics Outlaw. Наверное, Car? Машины красят. Да, машина, на машины лепят какие-то наклейки. Jack Rabbit. Да. Ой, что-то я устала уже. Окей, I'm tired. А это что такое? Многоэтажный, да? Трейлер? Apartment building. Это квартира. For rent. Ну, для аренды. For rent. Six bedroom. Я смотрю, сейчас очень много. Это небоскреб. Ну, потому что студентов меньше стало. Почему? Все онлайн занимаются. Много кто онлайн ходит в институт. А зачем? Да, если можно экзамены сдать онлайн. Зачем ходить деньги? Время тратить. И желание. Ангары покрыты металлом в основном все. То есть производственные здания. А все-таки производственные здания почему не покрывают? Наверное, она дороже это рубероид или что? Полиция. Ну, скорее всего, дороже и... Полиция. Менять чаще надо. О, там армия. Ухаживать чаще. Надо. Видел, у вас, кстати, на крыше трава растет. Да? Я да. Уже говорил же. Мимо ушей Антошка. Я сидела, увидела, что трава растет. This is where make the rainbow play systems. Вот здесь делают для детей такие там качельки. Rainbow называются Play Systems. Вот в этом здании? Да. Rainbow я даже не знаю. Ну, детские площадки. Детские площадки. Да. Вот эти вот пластиковые. Вот провода я увидел. По городу. А тут так не было проводов. О, а там вот есть провода тоже наверху. Щебенка. Вот сюда, да, это щебенка? Вот отсюда выезжают в автобусы Beta Bus. На котором Алекс ездит в школу. Да. Там utilities компания. Это utilities, это свет, вода, газ. Как это называется? Are you gonna show them UPS building? Yep. Он сейчас до UPS вас довезет. Я там была первый раз, еще помню. Вот металлическая крыша еще, смотрите. Ну, здание промышленное, ну, не промышленное. Это the bowling alley. It's dirty. Это боулинг. Вот это караоке, боулинг. Да. Такое грязнущее здание вообще. There's an apple orchard in here. О, здесь вот яблоки. О, яблочки, можно ой, срывать, да? Себе. Нельзя, ну, это чудо. Офигеть, яблок сколько. А так бы можно так было. Сентябрь месяц, и что не собирают, так и останутся зимовать. А может, можно зайти там и что-то. Ну что, давайте нарвем? Нет. А надо что? Же спрашивать сначала. Ну, спросим. А это жилые, да? Так ты вон там напротив тоже дома, и здесь ухоженное вообще все. Вычищенное. Такое дерево, как будто в Аватаре. Огромнейшее дерево. И широкое такое. Блин, я руку укачивает, капец. Кого? Ну меня, я спать. Не говори. Я тоже что-то спать захотел. А здесь что такое? No.
UPS? UPS? Over here. А что, дома слева, перевозные, что ли? Слева. Трейлеры? Да, да вон, это не трейлеры, это просто дома. Вот UPS. Продают дома, да, вот эти? Я не знаю, что с ними делают. Просто они стоят на КАМАЗах на каких-то и куда-то перевозят. Что тут так делают? Все неухоженно, Джаред? Why is it so messy over here? Please pay attention to it. Трава растет. UPS. Mm. Это зять наш тут работал. Раньше. Да, Джаред раньше работал в этой компании. Именно вот в этом месте. Где твоя машина, Джаред? Your car. Смотри, у каждого номер на машине. Ну, смотри, заглянуть туда, если что. 672129. Which one? There's the mechanic. Механик. А тут что, как-то? Тоже UPS. Наверное, ремонтируют. Как-то вот здесь больше на Россию похоже. А вон, смотрите, сколько остатков бетона. Щебенки? Бетона. Not too glamorous. Нет, это не гламурно. Я тут сказал. Ого, машины продают. Как есть. А вот это что такое, Джаред? Вот это. What is that? A house? Вот это. Дом. А куда везут его, не знаешь? Where are they taking it? I don't know. Не, а может ремонтируют его или что? Это ремонтируют или что? That's what Telcamp does, he moves houses for people. Просто их везет куда-то. Не, ну просто не может быть. Кто-то заказал, ремонт делает. Конечно, кто-то заказал. Кто не может? Мамми? 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 He's taking it on the glass. Вот Алекс знает, куда их. Алекс все у нас знает. He's taking it on the glass. And he's gonna drop it off on the glass. Он говорит, он на траву опустит эти дома. О, молодец, Алекс. Hey, where's my penny? I don't know. Don't freak out if you don't find it right now. Сколько отсюда до вашего дома километров? Miles to UPS to our house. Two or three. Понятно. It took me 4 minutes to get there. 4 минуты он раньше на машине. Now it takes me 50. Сейчас. Да, разница, конечно, 54. Да. Я тоже на свою работу ездил 50 минут. Рекорд я поставил один раз 32 минуты. Гнал там. Так вот смотри. Ну, некоторые дома не укошенные, потому что не хватает средств. Ну а почему же еще? Не только средств, но и времени тоже работают. Кто-то заболел. Можно было бы самому ухаживать, а некогда. Работают постоянно. Может сидит бабушка, у которой ни того и ни того. О, а мы, по-моему, с Алексом сюда приезжали, да? Церковь. Где-то здесь. Там парк этот. Да, с той стороны, да? А мы еще с тобой тут проходили. Ты забыл? Мы с этой стороны проходили. Когда ты говорил, ой, мы заблудились. Ты забыл? Вон он, тот дом большой. Где? Вот, белый. А, вот, все, вспомнил. Папа говорит, что в этом люди живут? Там раньше был Барбора живет. Потом я ему показала, где пастор живет. Ну, полцент. Здесь еще, Джарис, здесь же ты тоже жил? Так это улица. Нет. Нет, а ты мне показала один раз. Ну, я показала, что его этот, как сказать, работник, который с ним работал. А, я думала, это он там жил. Он пустой, ты знаешь, что это? Вообще пустой. Вообще пустой. Не знаю, мне ваша улица больше всего нравится. Не знаю почему. Ну, потому что она наша. Наверное, привык уже сразу. Да. Сюда
первый раз приехал. Сразу приехал и привык, да? Ну, она, во-первых, широкая, во-вторых, каждый дом по отдельности стоит. И никаких этих вот таких пристроек, примочек. Лишнего ничего нет. Да, все такое. Все соседи спокойные. Да. Ну, все нормально, вот как я себе и представлял. Студенты вчера вышли, вечеринку тут устроили. Да. Ну, мы, собственно говоря... Ну, все, вот мы и приехали. Пока-пока. 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 Сереген. Пока-пока. Сереген. Пока-пока. Сереген. Ha ha ha.